Jaguar Land Rover решил приобрести британскую фирму Bowler. Эта компания, основанная Эндрю Боулером, уже более 30 лет выпускает раллийные внедорожники на базе серийных Land Rover. Первый клиентский автомобиль Bowler Arc представлял собой укороченный Range Rover, на который Bowler навесил внешние панели от оригинального Land Rover. В конце 80-х фирма начала выпускать внедорожник Tomcat, а в 97-м году дебютировала самая известная модель – Wildcat. Современный Bowler Bulldog – это двухместная машина с компрессорным двигателем V8 и восьмиступенчатым автоматом ZF. Самый дешевый вариант с учетом налогов стоит в Британии 110 тысяч фунтов. В том же 16-м году, когда Bulldog вышел на рынок, Дрю Боулера не стало. Видимо, его компания переживает сейчас не лучшие времена. Во всяком случае, в ближайшие месяцы Jaguar Land Rover первым делом займется финансовой стабилизацией фирмы.